И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным, куда пошлют. Прошу допустить к полетам. И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Вы тоже. Ну и память у тебя. А ты на свою жалуешься? Пью йод. Я водку. Ты генерал, тебе можно пить водку для спички. А нам откуда деньги брать на водку? Бери взятки. А потом попадешь к твоим костоломам. Нет, уж лучше я буду пить йод. Первые у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. А что это ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Ночным? Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А не вмещаетесь? Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода.